Вперед «Спартак» несется под сводами ВТБ-арены. Шипачев снова не позволяет Даугавиншу выиграть это вбрасывание в одну калитку. Шайбу «Спартаковцы» берут под свой контроль. Но уже 24 секунды до появления на льду Херсли! Просто бильярдную шайбу загоняет в лузу. Быстро разыграли, на самом деле, «Спартаковцы», что немаловажно. И Панкратов появляется на площадке. «Динамо» будет играть вчетвером. Но за 12 секунд «Спартак» реализовал преимущество 6 на 3. И теперь у «Спартака» есть минуты и 48 от удаления Дмитрия Яшкина для того, чтобы попробовать сравнять счет в концовке третьего периода.